Танкисты опытные и справятся с этой задачей. Итак, четыре команды. Второй дивизион. Мьянма, Сирия, Армения. Индивидуальных заездов. Судьи в этом заезде. Сирийская Арабская Республика. Командир танка, прапорщик Салями Гифар. Механик-водитель, прапорщик Абдуалият. Сирия, третий экипаж. На третьей огневой дорожке танк желтого цвета. Первое место в танковом. Во втором дивизионе в следующем году будет участвовать в первом высшем дивизионе танкового биатлона. Итак, боеприпасы загнутся на рубеж ведения огня, что и делает сейчас механик-водитель. Нужно будет остановиться. А вот и первый выстрел. Нужен результат, и он есть. Хорошо. Цель поражена. Вот и первый выстрел. Нужен результат, и он есть. Хорошо. Цель поражена. У первого экипажа сирийской сборной. У первого был один промах. А вот у третьего экипажа промахов нет. Первый круг. Салямия. Наводчик-оператор сирийской сборной. Тренировки помогают показывать результат. Сирия прошли впереди повтор боевой стрельбы. Первая мишень поражена, снаряд прошел фактически по касательной, но тем не менее пробоина видна. Прекрасно передана на мишени номер 12. Итак, далее второй выстрел и вновь прекрасный результат. Точно в центр цели, в яблочко попадает наводчик-оператор сирийской сборной. Смотрите, как радуется старший тренер и руководитель команды Сирия. Наводчик-оператор Декст с большой буквы. Преодоление препятствия, противотанковый ров, уходит на противоположную сторону препятствия. Не было остановки и нарушений тоже не было. У каждого препятствия. Главный судья конкурса назначает сирийской сборной. Итак, внимание, да, зацепили. Зацепили ограниченный ров. Выполнить дважды задачу пит-стопа и дважды осмотреть машину на предмет ее повреждений. Связи. После этого выбираются из машины, снова строятся, садятся на штатные места и только после этого сбивает ограничительный столб. Сейчас сирийское обращение. Зенитный пулемет «Корт», лаосские танкисты. Была бы команда Лаоса. Но так как старт не одновременный, приходится отслеживать как раз таки те самые моменты. Сбивает ограничительный столб сейчас сирийская сборная. Пит-стоп назначает главный. Здесь сегодня замиранием сердца. Могут набирать скорость до 80. Хорошо, брод немножко освежится, хотя не так-то и жарко на полигоне Алабино. 19 градусов, идет легкий, но очень надоедливый дождь, мешая просматривать мишени. Видимость не стопроцентная, ну не сказать, что она плохая, но вместе с тем, конечно же, это не солнечная яркая погода. Выравнивает боевую машину немного. Уже более 40 лет, 44 года, если быть точнее, 20 лет в вооруженных силах Сирии. Итак, Сирийская Арабская Республика, несмотря на то, что одна мишень осталась непораженной, становится победителем в этом зале. 28 минут 45 секунд. Танкистов, тренеры, но
Танкисты Сирии, в свою очередь, выполняют воинское приветствие. Благодарят болельщиков, благодарят свой тренерский штаб. Ну что ж, да, мы очень рады. Мы очень все безумно рады такому заезду, такому яркому выступлению сирийской команды. Сирийская сборная очень сильно выросла в этом году, друзья, по сравнению с прошлыми годами, с прошлыми выступлениями.